Насчет конкуренции. Конкуренция здесь отсутствует на корню. Здесь нет конкуренции. Вообще любой бизнес бери, приезжай, начинай делать, и он у тебя пойдет. Особенно автомобильные бизнесы. Так как много у всех машин, они требуют ремонта, обслуживания, открывай любую мастерскую, она пойдет, нечего делать. Насчет... Так, про бензин, про машины. Так, рассказал украинскую диаспору. Украинская диаспора, украинцы, те, которые хотят переехать жить сюда, переезжайте. Вы, вот, это, наверное, лучшая модель Украины за то, что... Это лучшая модель Украины, которая вот в головах украинцев, те, которые хотят изменить Украину там, в Украине. Оно здесь все работает. Я помню свои первые дни, когда меня спрашивают, are you original Ukrainian? То есть ты настоящий украинец, там, first generation. Говоришь, да, они там перед тобой. То есть те люди, которые там в третьем, четвертом поколении, которые там слышали своих дедушек, бабушек что-то на украинском языке, они пытаются тебе на ломаном украинском сказать, там, привіт, як справи, як погода, ну, стандартні питання. И ты поражаешься, ты ощущаешь себя здесь на все 100%. Тут ты горд тем, что ты являешься украинцем. Это большой-большой плюс. Здесь вот эти три провинции, Манитоба, Саскачеван и Альберта, здесь в основном украинцы. Ну, не знаю, там украинцы, немцы. Это те, которые стояли у истоков строительства Канады как державы таковой. Ванкувер — это китайцы, японцы. Торонто — это пакистанцы, индусы в основном. То есть... И, кстати, здесь очень много культурная сторона. Здесь ты не ощущаешь себя каким-то ущемленным в плане прав, вероисповедания. У меня на этаже живут, по-моему, 5 или 6 национальностей. Вообще никому ни слова, все друг дружке улыбаются. 32 зуба, все друг дружку понимают, никто не хамит. Вообще за все 2 года, сколько я здесь живу, я никогда не слышал хамовства какого-то. Возможно, от местных каких-то канадцев, каких-то фермеров, но это просто быдло необразованное. Извините, конечно, за слово, но оно так и есть. Они просто... Это из-за того, что не они такие... Они просто воспитывались в таких условиях. По поводу украинца, приезжайте жить. Это маленькая Украина. Я встретил... соседа своего этажа, своего общежития, через 15 лет в соседнем поселке. Это еще одного встретил. Это, конечно, описать это невозможно. Ты ходишь и улыбаешься. В общем, украинцам быть в почете. Здесь, в Канаде, особенно в этих трех провинциях, они понимают, какую цену отдали наши предки, прадеды, деды, которые переезжали, эмигрировали разные волны после Первой мировой войны, Второй, всяких голодоморов, репрессий 37-39, то есть там еще всякие 90-е, потом вот 2000-е после российской агрессии в Крыму и на Донбассе, то есть переехала. Вот сегодня, кстати, за последние 2 месяца к нам добавилось 2 новых игрока. Один из Черкас смелый, а второй из Сум. Украинцы настоящие. Насчет английского языка, чтобы вы понимали, нет такой вот дискриминации, нет такого ущемления. У тебя такой акцент, у него такой акцент. Если взять, вот взять 100 человек словить сейчас на улице, 70 из них будут это все приезжие. Вот, а 30 канадцы. И вот все будут 70 разговаривать на разных диалектах, акцентах, ну как не диалектах, а акцентах с таким вот изюмин какой-то, перчинкой. Я себя когда слышу на английском, свой английский со стороны, где-то там на записи разговариваю, как индус какой-то. Значит, не волнуйтесь насчет этого. Английский подтянется здесь очень быстро в среде своей обитания. Не переживайте. Кстати, если есть какие-то вопросы, задавайте в комментариях. Только такие содержательные, не так как вот привет, там что-то вот какая-то там цена, все. Нет, вот напишите, у меня вот такое условие, я с таким опытом работы, мне столько-то лет,
пожалуйста, как вот мне переехать жить в Канаду. Если я смогу вам помочь, я вам отвечу, поверьте. Для этого я и создаю этот канал, блог, потому что мне хочется распространять свой опыт. Возможно, кто-то воспользуется ним, я надеюсь, воспользуется. И очень хочется, чтобы Канада пополнялась профессиональными работниками, специалистами, не просто уборщиками, там всякими сферы обслуживания, а также, кстати, у них Джастин Трюдо, премьер-министр Канады, они сейчас поменяли свою политику, они набирают очень много молодых специалистов, они понимают, что они в технологиях, они сейчас отставшие. То есть, если брать аграрные технологии, они отставшие на 6-7 лет назад от Украины, от Европы вообще там лет 15. Да, это факт. Кто не понимает, приезжайте сюда, вы все поймете и увидите это все. То есть, имея финансовую поддержку, потенциал сумасшедший от государства, от банков, имея финансовую стабильность и вообще свои сбережения, они просто не хотят развиваться в том плане, что нет смысла, а куда? Нет такой конкуренции. Это не Украина, не Европа, что если ты сейчас не сделаешь дешевле и лучше, кто-то придет, это завтра сделает лучше тебя. Здесь, ну хорошо, ты там сделано $100, которые можно было за 50. Тебе заплатят $100, потому что он будет искать... Тот клиент, он потратит больше времени на поиски там... производителя, да, там, или какого-то продукта, энное количество времени, которое выйдет ему очень-очень дорого. Потом он просто берет и покупает.